День добрый. У нас сегодня в гостях Hyundai Grand Starex Euro 5 2012 года. Ну, они идут по 2014 год. Сегодня прям какой-то день спасения. Всех спасаем. Данный авто пришлось сегодня у нас на эвакуаторе утром. Не запускался двигатель. По словам клиента, нам, как он рассказал, они сменили опорные шайбы медные под топливными форсунками. Они их сменили, но после этого он не запустился. Есть у данного двигателя и данной топливной системы Delphi такая проблема, как завоздушивает клапан топливной форсунки. Мы запустили, расклинили клапана, то есть с помощью очистителя брызнули воздухом, повысили давление и запустили его. Теперь, то есть, мы займемся тем, что устраним все недостатки, то есть доделаем диагностику. Что-то здесь откручено, что-то, допустим, подтекает, что-то бежит. То есть доделаем то, что не смогли другие. Смотрите, ну вот у нас такие нюансы, как есть. Заметил я тут сразу первое. То есть топливный фильтр снимался, видимо, проверяли наличие топлива или что-то. Он откручен, надо будет затянуть. Также отворачивали вот топливную трубочку, что-то делали со жгутом. Форсуночки все вроде на местах, шланчики. Имеется жидкость в колодцах, которую удалим. После всех процедур запуска есть наличие длительного запуска и повышенный расход с дозатора на ТНВД. В этих случаях необходимо сделать тест на утечку. Сейчас мы сделаем тест на обраточку, на форсуночках, и посмотрим, все ли у нас в порядке. Начнем с этого, потому что при подклинивании клапана клапан мог выйти из строя. Сейчас будем устанавливать колбочки. Компьютерную мы уже так предварительно сделали. В принципе, все неплохо. Тоже проверяли сажевый фильтр, турбинку. Пробег по одометру 67. Но диагностика говорит, что 48. Вот. Машина новая, в принципе, можно так сказать. Без проблем. Так, вот устанавливаем колбочки. Смотрите, такого вида они. Колбочка у нас объемом 100 грамм. Вот. В идеале за цикл проверки форсуночка должна скинуть за, ну, допустим, за минуту от 17 до 25 миллиграмм. Это в идеале. Допустимо 45. Сейчас запустим двигатель и посмотрим. Вот оно, наше топливо пошло. В принципе, вот у нас первая, вторая, третья и четвертая шланчики. Если отталкиваться от опыта, то в целом все хорошо. Запуск был быстрый и какой-то такой утечки не наблюдается. Также мы вот специально заполнили полость жидкостью, дабы узнать, нет ли утечки газов из камеры сгорания. Так, ну вот у нас тут все хорошо, все прекрасно. То есть, ну, в данном случае обошлись, можно сказать так, эвакуатором и малой кровью. Сейчас мы закрепим то, что было откручено, то есть топливный фильтр, тут какие-то тяги, почистим полости, продуем, так как запах топлива при нагреве будет мешать в салоне, и будем отпускать. Ну и надеемся, что человеку будет уроком на будущее, что добавлю. Произошло это в связи с тем, что на Grand Starex
С 2007 по 2011 год есть такая проблема, как шайбы под форсунками уплотнительные, медленные, они сгорают. И вот именно на этой почве люди пробегом 67 тысяч полезли менять шайбы. Но это не тот двигатель и не та топливная система, где нужно было лезть и делать это. Здесь другие форсунки и такой, то есть данные проблемы, как на тех старых бортовских форсунок, проблемы здесь нет. Поэтому прежде чем вы хотите что-то сделать, сменить, либо вы узнаете у кого-то и уточните именно по поводу вашего авто. Какого года, какая топливная система и есть ли на данном двигателе какая-то проблема. Ну все, всем спасибо. Будем надеяться, что вы не будете повторять такие же ошибки. Сегодня прям какой-то день спасения. Всех спасаем. С самого утра.